Обзор по паре фунт-доллара, часовой график. Вчера можно было наблюдать, как котировки плавно начали коррекцию после недавнего восходящего тренда. На данный момент цена консолидируется над линией 38% по Фибоначчи. Сегодня в 11:30 ожидаются данные по изменению объема промышленного производства в Великобритании. Данный индикатор ожидается на значении в плюс 0,4% при прошлых значениях плюс 0,2%. Стоит отметить, что данный индикатор за последние 12 месяцев по большей части находится в негативной зоне. И можно также заметить, что не исключено, что сегодняшние данные окажутся хуже ожиданий в плюс 0,4%, что в целом приведет к ослаблению, краткосрочному ослаблению британской валюты. И при этом можно рассматривать сделки, краткосрочные сделки на продажу. В целом, при общей восходящей динамике цен на данном рынке, после данного падения я ожидаю рост котировок. По этой причине рекомендую заключение сделок на покупку по достижению линии уровня поддержки 23.30.